Канал «Корреспондент», и мы находимся на станции международная Санкт-Петербургского метрополитена, и мы находимся на станции международная. Сегодня мы немножечко с вами покатаемся. Сейчас мы едем до Звенигородской, вот, чтобы пересесть на первую линию. Так что давайте ждать поезд. А мне нравится навигация, вот она такая вот очень крутая. И сейчас будем ждать наш поезд, который придет. Вот их навигация. Мне нравится их метрополитен. Вот карта. Мы сейчас находимся вот здесь вот. Пойдем вот так, вот так, вот так. И до Адмиралтейской. Вот, ждем. Сейчас прибудет поезд. Вон приезжает там. Самое интересное, какой поезд придет. Иди сзади, дай ручку. Увидимся уже на следующей станции. Обводной канал. Вот
усаживаемся на красную ветку. Увидимся на следующей станции. Уже на Пушкинской. На красной ветке мы ждем наш поезд, когда он там прибудет, там приехала ЕН. Давайте. Мы едем, да, тут там всего один перегончик. Технологический институт, и присаживаемся на... Да, на другой технологический институт. Линии 2. Вот, ждем поезд. Едет поезд. Интересно, какой у нас едет. Яркие фары, и это юбилейный. Ну, всего тут один юбилейный. Следующая наша, она все уходит. Вам привет. Осторожно. Двери закрываются. Точно так же, как и в Пушкинской, так что увидимся уже на следующей станции.
Отправляется поезд. Сторону, значит, будем по-другому ехать. Так. Я не знаю, какие линии, какие смогут пизда, так что надеемся на Балтиец, чтобы перед Балтиец.